Специализированная пожарно-спасательная часть, что на Победы 33, обслуживает не только Реутов, но и все Подмосковье. К работе в чрезвычайных ситуациях в любое время, при любых обстоятельствах, здесь готов буквально каждый из 130 спасателей. Сейчас среди специальных служб части есть водолазная, медико-психологическая и химическая. На вооружении уникальные пожарные машины. У нас есть такая техника, как передвижной автоматизированный насосно-рукавный комплекс на базе Урала. То есть очень интересная техника, водоподающая, 120 литров в секунду. Сами понимаете, там полбочки 200-литровые в одну секунду. Есть такая техника, как автомобиль базы ГДЗС, которая выводит газами защитников непосредственно на оперативный выезд, связанный с тушением пожара. Обновление пожарной части – мера необходимая. Последний раз ее реконструировали в далеком 1981 году. Уже совсем скоро здесь распахнут двери, гараж на 22 машиноместа, пункт технического обслуживания и автомойка. С рабочим визитом пожарно-спасательную часть посетил глава города. Когда у нас на территории города Реутов и на территории Московской области появляется дополнительное количество техники, дополнительное количество сотрудников и дополнительное количество тех возможностей, которыми мы можем тушить пожары, да, выезжать оперативно, доставлять туда людей. Естественно, мы увеличиваем и покрытие, и качество обслуживания той территории, которая подотчетна данной спецчасти. Условия для сотрудников тоже фактор немаловажный. После реконструкции в пожарно-спасательной части появится новое общежитие. Преобразят и административно-бытовое здание. Полностью замена всех коммуникаций, инженерных сетей, замена плит перекрытия, ну и перепланировка помещений уже для комфортного размещения личного состава и для хранения техники и имущества. И еще важная новость. Возможно, в южной части Реутова появится еще одно пожарное депо. Сейчас решением этого вопроса занимаются администрация городского округа совместно с Главным управлением МЧС России по Московской области. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов.